Всем привет! Я Ктоплей и буду вновь диктором ролика на уже новом канале Захара. Меня вы, наверное, и так знаете, а если нет, то приглашаю и на свой канал. Ссылочка в описании. Дальше озвучка пойдет от лица Захара. Всем приятного просмотра и, возможно, аппетита. Погнали! Блюру уже исполнилось 11 лет, и в честь этого я решил сделать ремейк разбора онлайн-режима Блюр. Этот ролик будет нужен для тех людей, которые захотят просто попробовать онлайн или только начинают свой путь. На сегодняшний момент способов поиграть в онлайн всего два. Купить прошитую консоль, PS3 или Xbox 360, и скачать методом русского хакера. Ну или загрузить MX-эмулятор и играть не на официальных серверах бесплатно. Это все та же пиратская версия от русских хакеров. В общем, решать вам. Если вы выбрали второй вариант, то ссылка на настройку MX будет в описании. Итак, если вы определились со способом, то встретите вот такое меню, где будет Blur Event, Private Game, Mod Shop, Showroom, Challenges, Leaderboards, Race History, Invite, а также какая-то статистика под вашим никнеймом, которая кроме увеличения вашего ЧСВ и для статов в Leaderboards ничего не дает. Давайте все по порядку. Blur Event — место, где вы сможете найти игру из 8 игровых режимов. У вас будет доступно только Skirmish Racing и Powered Up Racing, Motor Mash, Team Racing, Team Motor Mash, Hardcore Racing, Community Events и World Tour, а также для новичков доступен 9 режим Driving School, который открыт только до 10 уровня. Про эти игровые режимы и что они делают, мы поговорим чуть позже. Private Game. Ну, название говорит само за себя. Вы просто создаете приватную игру, можете выбрать те же 8 режимов или же Custom Game и настроить игру под себя. Изменить трассу, класс автомобиля, количество кругов, поменять режим, добавить ботов, включить или выключить респавны, изменить время спавна пауэрапа, изменить получаемый урон, начиная с маленького и заканчивая ваншотом, добавить или убрать определенный пауэрап и так далее. Mod Shop. Изначально он вам недоступен, открывается только при достижении 3 уровня, когда он, собственно, и станет доступен. Сразу вспоминаем, что издатель этой игры была Activision, и сразу понимаем, что это те же перки из онлайна Call of Duty, только в отличие от колды, вам не нужно их качать в Pro. Моды делятся на 3 группы — желтый, оранжевый и зеленый. Изначально у вас доступно только 2 в каждой группе. У желтой группы будет Stable Frame и Battering Ram, в оранжевой группе будет Safety Net и Adaptive Shielding, и в зеленой группе Laser Sight и Fan Favorite. Я потом расскажу, что эти моды делают. Шоурум — это просто гараж, где вы можете полюбоваться на свои машины, посмотреть испытания, связанные с определенной машиной, перекрасить ее и так далее. Челленджес — это обычные испытания, которые помогают получить больше фанатов за выполнение. Всего их 5. Испытания машин, Driver Set, Demolition, Daily Specialist, а также Ace. Для новых игроков доступны только 2 вышеперечисленных испытания. Leaderboards. Для этого и нужны эти статистики под вашим никнеймом. Чем больше вы наберете или чем лучше вы будете ехать, тем выше вы будете подниматься в списке лидеров, которые делятся на 4 группы. Driving Short, Total Funds, Power Up Hit Rate и Legends. Race History показывает статистику последних 10 гонок, время, позиции, а также награды. Награды просто показывают, что вы сделали лучше всех в текущей гонке. Invite. Вы можете пригласить своих 7 друзей и путешествовать по Blur Event, и вам даже не помешает тот факт, что у члена группы будут заблокированы некоторые игровые режимы. Главное, чтобы у хоста все было открыто. При достижении 50 уровня вам открывается доступ к Legends, и это просто возможность обнулить свой уровень ради легендарной машины и значка. Всего их 10. За каждую легенду вам дают по одной машине. За первую легенду дают легендарный ACS-1 купе. За вторую — легендарный Camaro SS. За третью — легендарный White Racer. За четвертую — легендарный Monaro VXR. За пятую — легендарный Challenger SRT8. За шестую легенду дают легендарный TTS купе. За седьмую легенду дают легендарный Nemesis. За восьмую дают легендарный Astra Extreme. На 9 уровне легенды вам дадут легендарный M3E95, и на 10 уровне легенды вам дадут легендарный Mustang Getter Concept. Слишком много легенд, твою мать! Итак, мы поняли, что за что отвечает в меню онлайна, а теперь перейдем к игровым режимам. Skirmish Racing — гонка с пауэрапами для 10 человек. Powered Up Racing — гонка с пауэрапами для 20 человек.
Этот режим отличается тем, что в нем доступны пару треков, в которых нет Skirmish Racing, а также на некоторых трассах увеличили количество кругов. Шестой уровень. Motor Mash. Сражайтесь на четырех аренах с 19 другими игроками, получая очки за нанесение урона, уничтожение, а также за выброс помеченных для вас игроков. Восьмой уровень. Team Racing. Две команды по 10 игроков, чтобы победить. В одной из команд нужно взять преимущество над вражеской командой, используя все те же пауэрапы. Двенадцатый уровень. Team Motor Mash. Каждая из команд должна набрать больше всего очков. Четырнадцатый уровень. Hardcore Racing. Гонка без пауэрапов. Все. 16 уровень. Community Events. Сыграйте гонку с ботами, а также с кастомными настройками от сообщества. 18 уровень. World Tour. Солянка из Powered Up Racing, Motor Mash и Hardcore Racing, а также со случайными классами машин. Теперь вы знаете, что эти игровые режимы делают. Пора поговорить о модах, которые открываются по мере прокачки вашего уровня. Это все те же перки из Call of Duty, как я и сказал выше. Вспоминаем, что издатель Activision. Итак, моды делятся на три категории – желтый, оранжевый и зеленый. Как я уже говорил, после достижения третьего уровня у вас появится доступ к мод-шоп, и будет доступно всего два мода в каждой группе. Начнем с желтых. Stable Frame – вы перестанете получать урон от коллизии, а также у вас будет иммунитет на Battering Ram. Battering Ram – во время тарана об игрока вы наносите ему не только урон, а еще и отталкиваете. Также держите в уме, что во время действия щита вы не можете наносить урон при таране. А еще при контакте с коллизией вы будете слышать вот такой звук. Пятый уровень. Show и Flourish. При нанесении какого-либо урона по игроку вы получаете в два раза больше фанатов, чем обычно. Тринадцатый уровень. Titanium Armor. Вы получаете меньше урона от пауэрапов, кроме болтов и молний. Либо урон все равно проходит, но сносит половинку хп. 20 уровень. Iron Fist. Ваша ракета наносит в два раза больше урона, чем обычно. А также при попадании ракеты вы будете слышать вот такой звук. 28 уровень. Front Runner. Вам дают нитро за каждый пройденный круг. 32 уровень. Дрифтер. При накоплении супердрифта вы получаете нитро. 45 уровень. Jump to Gun. Во время уничтожения или если вы просто врезались в столб, то будете возвращены на трассу в два раза быстрее, а также дадут небольшое ускорение, чтобы вы вернулись к прежней скорости. Оранжевая группа. Safety Net. Вы восстанавливаете хп при попадании пауэрапа во время действия щита, а еще меняется звук щита. Adaptive Shielding. При попадании ракеты, плазмы или мины по щиту получите эти пауэрапы себе. 9 уровень. Shielding Efficiency. Продлевает действие щита в два раза. 2 попадания шока. 17 уровень. Сплэш дамаг. Увеличивает радиус действия плазмы. 22 уровень. Скрэмблер. При реверсивной атаке по игроку у того на время пропадает возможность использовать пауэрапы. Shield Way. У вас появляется иммунитет скрэмблер и декой дроп. 35 уровень. Магнетик Филд. Немного увеличивает радиус подбора пауэрапов. 40 уровень. Decoy Drop. Выброшенный вами пауэрап может наносить урон другим гонщикам, у кого нет Shielded Bay. Теперь последняя группа. Зеленые. Лазер Сай. Просто появляется лазер при подборе болтов. Fan Favorite. Вам дают дополнительные 200-270 фанатов в конце гонки. 10 уровень. ECM. Упрощает возможность увернуться от ракет. А также при приближении ракеты к вашей машине значок приближения снаряда меняет цвет на зеленый, а также меняется и звук. Который предупреждает о приближении этой самой ракеты. 15 уровень. Брайп. В начале гонки, а также если вас уничтожили, вам дают случайный пауэрап. 25 уровень. Вампири Крэк. Вы восстанавливаете свое здоровье за уничтожение игроков. 30 уровень. Мастермайн. Проехав мимо мины, вы ее расщепляете на мелкие фрагменты, которые имеют свойство подбрасывать игроков. 38 уровень. Last Gasp. Перед тем, как быть уничтоженным, у вас есть 10 секунд на то, чтобы добраться до своего обидчика и нанести ему большой урон.
47 уровень. Silent Running делает вашу машину прозрачной, а на карте вы просто пропадаете. В этот момент нельзя заюзать пауэрап или при использовании пауэрапа Decoy Drop, а также при получении какого-либо дамага вы теряете свою маскировку. Возможно, вы уже успели обратить внимание на эти три странных иконки на каждой машине. Это называется улучшение для определенного автомобиля. Все, что вам нужно делать, так это просто играть на определенной машине. За прохождение 10 гонок у вас открывается бонус к фанатам. За 25 гонок у вас увеличивается шкала здоровья на одну ячейку. А за прохождение 50 гонок открывается бонус к скорости. Честно говоря, эти бонусы не так сильно влияют на геймплей, кроме увеличения здоровья. Но если лень-то все делать, то можно просто открыть машину боссов в одиночной кампании и использовать их в онлайне. Но хочу вас предупредить, что машины боссов будут доступны только тогда, когда у вас будет обычная версия этой машины. Также, кроме этого, вы можете открыть виды покраски. Чтобы их получить, вам надо выиграть гонку на определенной машине. За первую победу вам дают металлик, за 10 побед дают перламутровую раскраску, а за 25 побед карамельную раскраску. Опять же, если вам лень это все открывать, то можно просто получить драйвер с Camaro SS и раскрасить его как душе угодно. Что ж, я вам рассказал почти все, что необходимо знать, за исключением одного — дрифта. Наверное, вы где-то слышали или видели такое явление, что игрок набирает огромную скорость за счет дрифта боком. Вспоминаем, что дрифтинг дает нитро при достижении супердрифта, и понимаем, что таким макаром они получают нитро и развивают огромную скорость. К сожалению, я сам не особо изучил эту технику, но могу дать базу, которая хотя бы поможет успевать за остальными дрифтерами и зарабатывать много фанатов за одну гонку. Можно играть и в 60 FPS, но проще всего это делать в 30. В будущем я объясню, в чем отличие. Список машин для дрифта у нас вот такой. D-класс, BMW CS1 Coupe. C-класс, Chevrolet Camaro SS, Ford F100 Red, Ford Shelby GT500, Ford F150 SVT Raptor R Off-Road. B-класс, Dodge Challenger RT8 Tuner, Corvette ZR1, Volkswagen Golf W12650. A-класс, Ford FR100, Ford Mustang Gator Concept, Vauxhall Monaro VXR Drift. Чтобы начать дрифтить, сперва нужно развить минимальную скорость до 120-140 миль в час для получения начального дрифт-нитро. Затем дрифтим правым боком, удерживая кнопку ручника, и держим траекторию до момента, когда услышите вот этот звук. Из-за особенностей движка машину проще отправить в занос, используя минимальные усилия. Конечно, можно и по-другому, но это будет требовать немного больше времени и сил. Если вы чувствуете, что скоро авто выйдет из заноса, то можете еще раз нажать на ручник. Также, чтобы машина еще больше входила в занос, можно отпустить газ, ну или же нажать на тормоз во время дрифта. Это нужно, чтобы уменьшить длительность заноса, но в тот же момент увеличивает риск потерять контроль над машиной. Также иногда можно отпустить газ, чтобы машина вцепилась в дорогу, а иначе есть риск, что вы просто подлетите во время использования нитро. К сожалению, это все, что я могу рассказать о дрифте. Возможно, если бы я полностью изучил эту технику, то сделал бы отдельный ролик про эту особенность в Blur. Возможно, он, кстати, будет. Что ж, я объяснил и показал все, что необходимо знать об онлайне Blur. На удивление, спустя 11 лет игра до сих пор живет, что на PS3, что на ПК. Про Xbox 360 я хз. Надеюсь, вы узнали что-то новое для себя. Также не забудьте зайти в Discord-группу MX-эмулятор и в Blur Community, чтобы узнать не только новости об MX-эмулятор, а еще и найти людей для игры. Хочу также поблагодарить вот этих людей за помощь в ролике, без них я бы и не начал все это делать. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и расскажите о ролике друзьям. А еще ко мне можете зайти. Всем удачи и пока!